Дорогие друзья, приветствую вас на канале Андрей с Аленой. Сегодня я буду вялить помидоры с помощью нового помощника на нашей кухне. Данную сушилку я приобрела заранее, перед сезоном овощей и ягод, так как собираюсь сделать много полезных вкусняшек, и в первую очередь в сезон я планирую навялить как можно больше помидор, потому что этот прекрасный, не побоюсь этого слова, деликатес просто палочка-выручалочка в зимний период. До этого я не раз показывала в наших видео, как я вялила помидоры в духовке, но этот процесс достаточно энергозатратный, и в летний период, когда с одной стороны работает кондиционер, а с другой часами духовка, ну это совсем не радует. Для рецепта нам понадобятся помидоры. Я люблю выбирать именно помидоры черри, они более ароматные. Оливковое масло, соль, прованские травы и чеснок. Все очень просто, но необыкновенно вкусно. Сейчас мы вместе с вами будем испытывать нашего нового помощника. Это сушилка-йогуртница от российского производителя «Великие реки». Модель называется «Волга-8». Имеет 8 прозрачных поддонов, 2 из которых имеют съемную сеточку для приготовления йогурта. Вот, как обещает нам производитель, вмещает в себя до 9 стеклянных баночек. Так что для любителей йогурта очень удобная штука. Я в свое время увлекалась приготовлением йогурта и помню, что я это все закрывала в банку, потом заделывала в бумагу, в одеяло. В общем, это был целый процесс. Возможно, этот процесс отбил у меня желание делать йогурт, но я возобновлю. Все, приступаем к приготовлению. Все очень просто. Нарезаем помидоры. Я нарезаю черри вдоль. И укладываем. Сейчас обязательно с вами взвесим, сколько помидоров помещается на один поддон. Это очень важная информация. По крайней мере, для меня точно. Я сейчас нарезала помидоры в один из поддонов, взвесила, помещается 700 грамм. И взвесила помидоры и уложила на противень, здесь 1,4 кило. То есть 2 таких штучки, это один, то есть 2 таких вот пластиковых поддона, 33 сантиметра диаметром, это заменяет один противень. Для меня это было важно, я решила вот проверить, вам рассказала, возможно, для вас это тоже будет полезная информация. Проверю, действительно ли я не ошиблась. Друзья, то есть 2 противня, которые идут в духовке стандартных, это 3 вот таких вот пластиковых поддона из сушилки 33 сантиметра. Меня это радует. То есть 5 поддонов пойдут бонусом. Вау! То есть так бы я всего лишь 3 за раз делала бы в духовке, а так буду делать 8, да? Это приятно. Присаливаем помидоры. Для регулировки высоты каждый поддон имеет выступы. Вот, если у вас, допустим, совсем что-то тоненькое, то не нужно ими пользоваться. Я сейчас, чтобы поднять повыше вот это вот пространство, сделать побольше,
чтобы циркуляция воздуха была правильной. Так, 8 поддонов установлены. Накрываем крышкой. Здесь есть замечание, чтобы крышку сверху никаким полотенцем вы не накрывали. Это очень важно. Циркуляция воздуха должна быть правильная при сушке. Все, включила в розетку. В данном приборе можно сушить от 35 до 70 градусов. Непрерывно прибор может работать 40 часов. Ребята, 40 часов. Это ж сколько ж можно навялить? Я уже в предвкушении. Так, я устанавливаю на 70 градусов. А время, конечно же, каждый будет смотреть. Здесь очень сложно сказать, потому что мы видим, даже сам производитель делает подсказочки. Яблоки, грибы, пастила, йогурт, абрикосы, бананы. Да? И он указывает градусы, при котором желательно делать, и время от 8 до 12, от 8 до 10, от 5 до 6. То есть время, конечно же, нужно смотреть. То есть какой продукт вы хотите, какой толщины у вас там, допустим, помидоры и так далее и тому подобное. Вот. Ну все, помидоры готовы. Переночевали они ночку в сушилке. Ну и какой у нас результат? Отличные сухие помидорки. Время, конечно, зависит от того, насколько большие у вас помидоры, вытащили вы влагу или нет из них, да, то есть семечки. У меня все на месте, то есть у меня как в Италии. Семечки, сок, все на месте, поэтому времени заняло чуть больше, чем если бы я это все достала. Ну, я никуда не тороплюсь. Потому что мне нужен и важен результат. Так, ну что, осталось все очень просто. Разложить все в баночки. Пересыпать чесноком, прованскими травками. И я заливаю оливковым маслом первого отжима, extra virgin. То есть я его не кипячу. Просто как есть, заливаю маслом, закрываю крышечкой и храню помидоры в холодильнике. Вот я знаю, что многие кипятят масло, заливают кипящим. Но я хочу иметь максимальную пользу от того, что я делаю. Чего и вам, в принципе, желаю. Потому что... мы с вами должны питаться вкусно, полезно. Поэтому выбираем для себя и своей семьи все самое лучшее. Все, пересыпаю я в баночку. У меня получилось 4,5 баночки. Баночки 720 миллилитров. И я заливаю маслом. Закрываем помидоры крышкой, и я оставляю на одну ночь при комнатной температуре, чтобы все ароматы раскрылись, перемешались, и масло было очень ароматное. Помидоры тоже отдадут свой аромат. В общем, на одну ночь при комнатной температуре, а потом убираю в холодильник. В общем, впереди нас ждет сезон помидор. Делайте полезные и правильные заготовки без уксуса и сахара и с небольшим количеством соли. В общем, будьте здоровы и питайтесь правильно и вкусно. Все, я заканчиваю на этом наше видео. И до новых встреч на канале Андрей Соленый. Всем пока-пока!